Всем доброго времени суток, с вами Алисон Роуз, и сегодня я вам хотела бы рассказать, за что же я люблю зимние праздники. Ну, во-первых, это подготовка к Новому году. Встречи с друзьями. За прекрасную новогоднюю елку. Кот, даже не думай. За салюты и фейерверки. Уже 5 января, сколько можно? Хочу вам пожелать в новом году быть улыбчивыми, счастливыми, никогда не грустить, не переживать по мелочам, потому что все ваши проблемы это, скорее всего, ерунда, которую можно решить легко. В общем, главное, чтобы вы не сидели дома, чем-то занимались, виделись с друзьями. Не нужно засиживаться у компьютера до утра и ни с кем не общаться. Позвоните на Новый год своим родственникам, поздравьте. Позвоните своим бабушкам, дедушкам, лучшим друзьям, возможно, даже забытым друзьям. Просто принесите добро и радость в этот мир в Новом году. Честно говоря, я не верю в то, что Новый год – это какое-то новое начало, жизнь с чистого листа. Все зависит от вас. И если вам нужен Новый год для того, чтобы начать чем-то заниматься или как-то изменить свою жизнь, то просто сделайте это. Не ждите каких-то знаков или еще чего-то, или толчка. Просто измените свою жизнь, будьте более улыбчивыми, более счастливыми, более радостными. И любите и берегите друг друга. Какое поздравление, мне я прям не могу. Ребят, с Новым годом! Надеюсь, вам понравилось это видео. Потусите на славу! Не пейте, если вам нет 18, много не пейте, если вам больше 18. С Новым годом! В Новом году я хочу вам пожелать, чтобы... В Новом году я хочу вам пожелать, чтобы вы... Это достаточно смешно, они просто и так чисто, сейчас станут грязными. Мне не знаю, как хочется. Мне нужно грустное лицо. Унылый кот. Что такое? Супер серьезное лицо. Почему так смешно? Кот! Кс-кс. Эй, кс-кс. Угу. Там очень много, когда он ест с пола. Тима? Давай еще раз. Получилось? Ну, как бы не особо она упала-то, она упала, ну, с трудом. Какая разница, там будет затемнение. А, ну,